Всем привет! Я сегодня в необычном месте, и, как вы знаете, я катаюсь на лыжах в Болгарии, в Банско, но там, где я брал лыжи, я увидел рекламу эндуро-туров, и вот где я. Последний день я решил покататься на байке с друзьями из Болгарии. Посмотрим, что будет дальше. Поскольку я новичок здесь, мне выдали фрирайд 250. Маленький, легкий, верткий. А гид будет ехать на 500-очке. Переходим дорожку, сейчас будем переходить интересный мост. А, it's mine. Добрались непонятно куда. Ага. Special stick. Немного устал.